Всем доброго времени суток. 4 декабря. Время 12. И погода пока позволяет осуществить задуманное. У нас на 10 дней обещают дожди. Ну, не стеной, а так, с перерывами. Вот вчера был. Не идет автобус, а так хочется уехать на автобусе. Вот вчера был первый день, и всю ночь позавчера лил дождь, просто не переставая. С утреца тоже был, потом остановился. Но утро было пасмурно. И мы позавтракали, как шальные. Дождь прекратился, позавтракали, и мы в 10 утра как шальные побежали на базар. Потому что по прогнозу было 100% дождя. Но очень хотелось поехать в Дипо. Но мы испугались. Испугались дождя, потому что они не шуточные здесь. Дождя не было весь день, представляете? Закон подлости в действии. Дождя не было целый день. С базара мы пришли благополучно. Ну и, в общем-то, до вечера не было. Вечером и ночью были дожди. Видите, да, по лужам. Так вот, а сегодня светит солнце, но тоже передают дождь, но мы решили, что нас он не удержит сегодня. И решили совместить приятное с полезным. Люна попросила взять сегодня со второй, и чтобы он пораньше забрал Кемаля, и мы с ним остались дома. Чтобы не попасть им под дождь, если она после работы его будет забирать. Неизвестно, конечно, пойдет он после вечера дождь или нет, но хотя передают, но вчера тоже передавали, его не было. Ну так вот, мы решили совместить приятное с полезным, пошли в торговый центр под названием Оздале, который находится по пути в детский сад Кемаля. И такую многоходовочку придумали, что зять заберет нас потом с торгового центра и за Кемаля с ним заедем. Ну, или вначале он заберет Кемаля, а потом за нами. Мы пока там побродим. По большому счету, не так уж много нам времени там бродить, 3 часа. Ну, это лучше, чем ничего. А то как-то подрастроилась, но особенно я, конечно. Мы вчера пробыли дома, а мы еще, главное, наших приятелей сподвигали на подвиг. Так вот, они потом поехали, а мы нет. Они нам оттуда писали, видео присылали и хвастались. А мы им сегодня создали это пришлем. Погода тепло. Тепло, я вот в одной тоненькой вот этой шерстяной кофточке. Волонтер накинула, не стала жилет надевать. И даже это не одела. Александр решил подстраховаться и надел жилет. Жарко, не хочу. Ветер не сильный. Чудная погода. Черная пятница же была, и везде скидки. Вроде как неплохие скидки, поэтому... Поэтому хочется прогуляться, поразвлекаться, полистать что-нибудь. Автобус. Какой-то там идет. Удачно подошел автобус. Пока с вами разговаривала и сказала же, что вдалеке едет автобус. И он был наш. Ну и все, и каких-то тут 7 минут, и мы на месте. Но немного пройдем. И солнце выключилось. Вот так вот. В общем, дождь не зря передавали.
но у нас все под контролем. Я думаю, что сейчас солнце выйдет опять из облаков. Взрослые мальчишки, как обычно, в своем детском саду. У маленьких свой детский сад, у взрослых свой. Укрыли их от дождя и ветра. Уютненько, там еще печки бывают. Ну, что-то по типу буржуек. Или просто какие-нибудь обогреватели ставят. И уютненько там, в отличие от дома. Дома холоднее, чем на улице. Юна мне на День матери поменяла костюм. Ну и вообще другую модель взяла. Такой пушистый костюм. И я в нем рассекаю по дому. Такая пышненькая, уютненькая. Тепленькая. Очень тепло на улице. И даже... Так остановится. И даже можно сказать, что жарко на улице. Но погода такая непредсказуемая. Летом-то все понятно. Всегда пекло. А вот сейчас нет, видите, уже и солнышко опять выглянуло. Они уже отцвели, Александр говорит, деревья. Да, бутоны, и хорошо их видно, вот эти вот ватные шишки. Красиво здесь. Ой, в Турции огурцы растут на деревьях. Так и сделаю. Все, заходим. Так-то приятно, есть скидки. Прям по факту написано прежняя цена, новая цена. Чудно. Ну, конечно, есть и без скидок. Очень тяжелые боты. Симпатичные, но прям тяжелые. Какие-то пули, вы видите, да? Мягонькие, прям зефирка. Кожаные. Легкие. Прямо восхищение. 900 лир. Да. Замшевый отряд. Без скидки. По 2000. Ну вот влажный же. Куда их? И легкие. Чудные. Время ограничено, поэтому буду бегать бегом. Ой. Там кожаные 1450 ботинки. По 3. Ладно. Это ноутбук, я бы сказала. 2600.
Катоне, боже, сейчас, наверное, будет подарок мне, подарок, обновка. Давно хотела, сейчас 50% скидки, 300 такой пояс, был 600. Вот так вот, замечательно. В общем, тут, я так понимаю, на все люстры распродажа. Нет, такие люстры мне не нужны. А еще под этот пояс, представляете, есть вот такие вот люстры. Но я не поняла, на них есть скидка или нет. Ну, а так-то мне не нравится, что они без скидки. По-моему, 250, да, без скидки. Так нечестно. Решила я не нарушать традицию. И Александр пошел рассчитываться за пояс, тем более со скидкой. Я же хотела, что-то стояла долго, примеряла уже. Разочаровалась. Ну, во-первых, я попросила распечатать парня. Ну, как хорошо подходит. Надо положить на место и убегать отсюда. Распечатать парня пояс, во-первых, попросила. Ну и посчитала теперь своим долгом его купить. А это без скидки украшения. 350 лир. Усмеси дальше. 2000. Такая это. Приятная курточка, на мой взгляд. Ну все, с обновкой. Jingle Bells. 700. Тканевая с рюлексом. Новогодний джакет. 2600. Сколько переливашек, сколько искринок. 1600 такой жакетик буклированный. Симпатичный. Что-то так долго в кассе. Ободки с шарами. 250 стоит. Первый раз такие вижу. Бывает с рожками. А тут прям с шарами. Нравятся мне вот такие вот трикотажные кофточки. 600 лир. Так нечестно. Еще есть в сереньком цвете. И в сером тоже расчудесное, распрекрасное. Но скидок нет. Ой, пардон. Шоперы понравились. По 1000. Муж стал за картошкой ходить. Сейчас модные вот эти вот собачьи шубы. Из Чебурашки. Так, ну-ка. Хоть загляну. Сколько стоит? Ну, короче, цены нет, к сожалению. Помнишь, у тебя когда-то была такая по молодости? Уже длинная. Ну, не знаю. Чудная, конечно. Мода чудная. Так, ну-ка, воздалек, как ты тут наряжен. Ну, это, Марканталия красивей, да? Марканталия пошикарней будет. Да, наряжена. Что-то воздалек или еще не доделали, или уже все. Даже елки что-то нету. Может, конечно, там где-то внизу, в чем я сомневаюсь. Скромно, скромно. Обычно Александр любит к пиджакам подходить и их как-то там тестировать. Но сейчас я, что-то меня повлекло сюда. 1800 стоит. Очень приятный. Вот я бы сказала, ну не знаю, первый, не первый. Но вот очень мягко, тактильно. Такой, знаете, не бумажный, а вот... Понравился это тактильно? А что нет-то? Ой, болтун. Ну, в общем, скромничает. Муж любит, когда два разреза, а тут просто шлица. Ну, очень приятный. Такой мягкий. Не стоит колом, а вот чудный. Ну-ка, подклад есть, нет? Нет подклада. Но неважно, ничего, я думаю, что с ним не будет. Швы распрекрасно, вон как обработаны. Чудненький. Мужские свитера по 400. По 400. Вот этот вот 400. А этот 500 лир.
Ну, тоже достаточно приятные цены. Это 500. Ну и куда же без новогодней полочки. Размеры просто от мала до велика. То есть всей семье можно подобрать боекомплекты. Видите? Совсем на маленьких и на взрослых. Это Вайкики. 450 стоит. 1800. В рукавах синдипончик. А тут Чебурашка. А это две. Вот наподобие из такого материала Юна купила мне это домашний такой костюмчик. То есть... Ну, ты еще не мохнатый, так, ну да, это полностью. А у меня комбинированный, в общем, только перед вот такой мохнатый. А спинка, рукава не мохнатые. Если честно, вот эта мохнашка, в общем-то, теплая. А на спине у меня просто такая трикотажик, тканюшка. И она холодит меня, но выручает жилетка мутоновая, представляете? Которую мы привезли с собой. 1500. Ну, такое чувство, что вот-вот все опустится. Может, я, конечно, ошибаюсь, но вот тут что-то мне... Ого, вроде как и кофта, и куртка такая теплючая. Видно, да, какая она объемная? 1800. Интересная задумка. В Вайкики очередь такая масштабная на кассе. В общем, что, никто не работает, да? Все радуются Черной пятнице скидкам. Так, ну где цена вопроса? 1100. Светленькая кофточка. Вот так, 360 лир. Вроде как и неплохая, и размер подходящий. Но не буду. Как-то зимняя одежда не столь актуальна, чем летняя. У меня есть 4 кофточки, и достаточно зимних с длинным рукавом. Правда, они как-то не снашиваются, что ли? Пойдем, Александр. На зиму достаточно, так как зима. Ну, 3 месяца, это я уже так с натяжкой сказала. Меньше. Но в этом году как-то в ноябре уже стукнуло. Чего их набирать, не снашиваются. И когда в шкафу все набито, я тоже не очень люблю. Ну-ка, почем? Там руликс 600. Красиво блестит. Угу, жакетики очаровательные. И такой небесно-голубой. Очень нежненький. Чуть 900 лир. Вот белый вижу 900. Сейчас этот оторвали уже ценник. Кому-то нужнее. Ух ты, а это 1200. Небесно-голубой. Угу. А тут 900 написано. Ну, симпатичный, да. 900 лир, вот такие двойки. Но я как-то не поняла, почему это одето. Это вот американка, по-моему, что ли, такая майка называется, которая без рукавов. Ну и все. Почему она под низ она одета, платье или как? Или просто это как две вещи, тогда их вместе не оденешь. Как-то обычно сверху какая-то бывает жилетка или что, или если платье, то маечка, а сверху надевается жакетик. На мой взгляд, какой-то обратный вариант двойки. Ну, вот так. 900 лир. Да, да, я уже посмотрела. Ну. $2300 с капюшоном, комбинированное. Все, как я люблю.